Всем привет, ребята! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Алексея Синехина 5586 Синихин. Синехин. Синихин, не знаю, что такое ник. В общем, у нас сегодня коллекционер на русском сервере. Пробуем собрать, забрать. Сейчас посмотрим, что за аккаунт, что на нем есть. Немножко доната. Что по героям? По героям. Так, Фобос. Ну, Фобос, я смотрю, всем надо. Фобос, Космо. Трифит, Королевка, Командорка. Все, мы это сегодня выбивали. Оккультист, Землеройка, Свален. В общем, понятно, рогатка. Думаю, все понятно. Поехали, посмотрим. Так, находится в гильдии Зенков ЮА. Факела 2045, защита 2051. WhatsApp на экране. Кидайте заявочки, вступайте. Судя по всему, украинская гильдия. Поэтому welcome. Так. Бесплатно сразу же Дед Мороз. Жалко, что не Космо. Тихое укрытие стоит на сменке. Такс. Сейчас, что он там просил. Таланты на героях. Хорошо, гляну. Гляну таланты на героях. Что по коробкам? 146 коробок есть. Окей. Ну что, поехали, попробуем. Конечно, коллекционер сегодня не ахти, но тьфу-тьфу, падает довольно-таки неплохо. Так, эта вот хрень меня начинает напрягать уже. Поехали, бум. Если упал здесь бесплатки Дед Мороз, значит будет сейчас Бигфут Писос. Вот так бы я назвал. Я сказал, будет Космо. Вот так вот, ребятушки, просто налегке мы вытаскиваем имбу. Космо. Поэтому, кому надо, кидайте. Вы знаете, к кому обращаться. Всегда welcome. Топ-герои всегда есть. Поехали дальше. Поехали дальше, 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 дальше. Бум, ворожей. Неплохо тогда. Заряжаем по полной. Так. Все, побежали в рейды. Посмотрим, что там у нас по рейдам интересного. Все супер. В рейдах у нас все супер. Нас просто тупо сливают. В принципе, у него тут Фрея ворожей, я не думаю, запросто базу разгребут. Если, конечно, так этого убили, но сейчас посмотрим. 45%. Посмотрим, что там у него по талантам. Фрейка держится вообще отлично с ворожеем. Так, все понятно. Вечный бой. Ну, имбу мы уже вытащили. Это уже радует. Череп. Асса. Одержимый. Вот так вот, ребят, надо бегать в рейды. Просто обалдеть. Честно говоря, сам сейчас офигел. А уже тактика работает на многих аккаунтах. Так, ну асса есть, череп тоже есть. Но Космо у него не было. Поехали обратно в рейд. Пока работает, надо пользоваться, я считаю. Так, все, они нам сказали до свидания, поехали. Бум. Леди Лео. Сердцеедка. Я чувствую, где-то сейчас будет имба. Бигфут, Кенди, я же говорил, будет имба. Причем она за 150. Чик, чик, Дракос. Ну, Дракос это, конечно, Сракос еще тот. Так, все. Медузка. Испортился рандомчик. Поехали обратно.
Что-то пошло, ребятушки, не так. Хотя, с одной стороны, одного уже того же самого Космо хватает с головой. Можно было просто выключать и держать самоцветы до следующего коллекционера. Но мы на этом не останавливаемся, нам надо еще затащить. Хотя бы несколько героев. Так, отлично. Поехали. Бум. Шаман. Медуза. Ну, медуза уже была, неинтересно. Кенди тоже была. Ник просто троллят. Короче, это во всем виноват Дед Мороз, ребят. Дед Мороз виноват, он нам принес еще одного недостающего, последнего героя, скитальца. В общем, поздравляю, у тебя он уже есть. Немногим, кстати, я его выбил сегодня. Герой очень интересный для PvP локаций. И, в принципе, применять можно любой прокачки. Главное, чтобы он включился и будет полный трэш. Так, окей, с этим разобрались. Поехали, пока... Отдохнем по тредомчика, посмотрим, что по героям. Так, фрейка нормальная, скинул, правда, нету топчик. Тыковка. Вот эту надо качать. Ворожей топ. Анубиса можно было бы уже... Ну, в принципе, железка, бог войны, уже не актуален. Махатма топ, топ. Отлично, тут можно баст, либо ппшку уже вкачать. Как вариант. Ронька топчик. Блин, неплохие герои. Здесь ИСО можно попробовать. Как вариант. И раскол. Так. А дальше пошли, я так понял, допа. А, так. Ну тут насмотра надо будет наролить. Дальше пошли допы, которыми он не пользуется. Основные герои, в принципе, более чем нормальные. Так. Тут огненку надо. Ладно, давайте сейчас доролим. Там еще попробуем что-то выбить. У меня времечко поджимает. Короче, тактика с рейдами, ребят, 100% работает. Проверено. Проверено, запатентовано. Дед Мороз. Но если нам выпал Дед Мороз, Трифит, Капитан Дрейк. Так, сейчас будет, готовьте, сейчас будет имба. Раз, два, три. И за 150 шаман. Да, вот так вот. Ну, в принципе, я считаю, тут один космо перекрывает полностью нафиг весь роллинг. Так, что у нас, два героя всего лишь? Всего-то два? И все? А, еще не, подождите, Трифит. Трифит еще у нас есть. Ну, такое, я бы не сказал, что очень плохо, но, в принципе, довольно-таки удачный роллинг. Один космо стоит, стоит, короче, вы поняли, 50к, если вы хотите его получить. Блин, тут тихое укрытие, я бы пока, наверное, ничего не менял, я бы подождал пока. В принципе, можно сюда его временно поставить. Талант такой интересный, но, в принципе, этому герою он будет именно заходить. Я потом покажу у себя обзор, потому что ставить его там на Фрею, там на остальных, просто бессмысленно. Это будет пустая трата. Берс. Ну, сюда надо будет Ожива, либо СО, как вариант. А так, по героям, ПДшечка тоже неплохо зайдет. Плюс Римочка, либо Воодушка, он будет реально тащить. СУ.
Что-то ничего у нас не хочет падать интересного. Такс. Что-то у меня тут за срань пооткрывалась. Ремочка. Ну, в общем, оставлю пока так. Надумает, поменяет. Тихое укрытие, в принципе, на первое время этому герою подойдет. Это не особо топовый талант, потому что здесь кулдаун. Не было бы здесь кулдауна, это было бы, конечно, либо меньше. Это был бы мега эпический атак. На восьмерке только два героя всего лишь, на девятке и на десятке тоже. В общем, вот такой вот ролик, ребят. Пишите, ставьте лайки, кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.